Вопросы, которые предстоит мне решить, они тяжелые, ужасные. И поэтому, в общем, я во всеоружии своих методов. А методы у меня, как я уже говорил неоднократно, это 24/7 надувать матрицу. Это всевозможные маневрирования перед этой сложностью. Целая система обхода сложностей. Каким-то образом я стараюсь сделать так, чтобы сложности схватились со сложностями и уже пустили друг другу кровь, прежде чем мне предстоит с ними столкнуться. Такая методология, как у Вильгельма Завоевателя. Вот так вот, который подождал, пока два войска измотают друг друга, и потом только вступил. Так, вот у нас уже там светофорчик. Как-то тут странно, конечно, сделано. Сейчас, пока я здесь жду, там кончится. Я мечу вот в эту вот мою прекрасную шоколадницу. И мечу я к окошку, ребятки. Не знаю, конечно, насколько это будет реально сделать. Так что вот, вспоминаю еще раз вспоминаю зиму, как я тут зимовал. И еще я думаю о том, как я, в общем-то, я вам скажу, абсолютно великолепно провел предыдущее лето. И сейчас я, как говорится, держу кулаки и посылаю сигнал, сигналы во все стороны, сигналов лазутчиков, чтобы точно так же прошло и при следующее лето, чтобы я уже с 1 мая разместился на исследовательской станции, и я уже просто продолжу с двойной силой исследовать Аку, уезжать с утра на весь день в поля, что называется, и посвящать это книгам и съемкам видео. Это Моросейка, и это весна в Москве. Да, чувствуется весна. Еще раз говорю, что здесь она умирает, понимаешь? Она сюда приходит, и потом она уже убита, собственно говоря. Да, и думаю о всех тех, кому некогда и кому нет на меня времени. Собственно, это все мои знакомые. И никому времени нет ни у кого. Спросишь. А если мне кто-то позвонит и спросит меня о встрече, я ему скажу: сию же минуту приходи. Вот что я ему скажу. Потому что у Сёмы всегда есть время. Всегда ли? Всегда ли, Мерлин, как бы сказал Архимед в великолепном мультфильме «Меч в камне»? Нет, не всегда. Когда я занимаюсь на скрипке, у меня нету времени даже на то, чтобы поговорить по телефону 5 минут. Я погружаюсь в это всецело. Вот так.